Новые IT-хабы появятся в Казахстане. Центры откроют в Петропавловске и Жезказгане. Об этом на заседании в Сенате сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. По словам Жаслана Мадиева, в Казахстане уже действует 16 региональных IT-хабов. Технопарк «Астана-хаб» объединил более 1500 участников, общая выручка которых превысила 1 000 000 000 тенге. Доходы выросли более чем в 30 раз за последние 5 лет. За первую половину года Казахстан экспортировал на мировой рынок IT-услуги на 306 миллионов долларов. Отечественные цифровые решения эксплуатируются в 86 странах мира. Недавно мы объявили, что заключили соглашение с Монголией, с монгольской компанией по производству спутника дистанционного зондирования Земли, который будет полностью собираться на нашем сборочно-испытательном комплексе «Галам». Это впервые в истории экспорт нашего спутника. Что может быть еще более технологичный экспорт, чем спутник, который летает в космосе? Поэтому я считаю, что это большое достижение.